Компактный внешний аккумулятор со стильным исполнением. В этом видео мы распакуем внешний аккумулятор от компании Бюро, модель BP05E, с емкостью 5000 мАч. Устройство поставляется в фирменной коробке с европодвесом и комплектуется зарядным кабелем с коннекторами USB-A на microUSB, а также краткой пользовательской инструкцией. Powerbank выполнен в черном текстурированном корпусе со скругленными торцами и гранями. На лицевой стороне выгравирован логотип и размещено 4 светодиода в форме крестика. Они нужны для мониторинга оставшегося заряда аккумулятора и индикации активности. Сбоку расположена аналоговая кнопка включения питания, а с верхнего торца вынесены входы и выходы. Среди интерфейсов есть выход USB-A с максимальным током в 2 ампера, вход microUSB, а также USB-C, который работает и на вход, и на выход. Максимальная мощность зарядки достигает 10,5 Вт, а энергоемкость литий-полимерных элементов питания составляет 18,5 Вт-часов. Для полной зарядки пауэрбанка требуется около 5 часов. По габаритам Бюро BP05E достаточно компактный, 10 см в длину и не более 6,5 см в ширину. Вес тоже небольшой, всего 124 грамма. Такой зарядник станет оптимальным дополнением даже для женской сумочки. А еще его можно положить в карман джинсов.